Костя, ты вылетел. Да, я мышкой, потому что нет. Сам можешь меня пригласить? Да, давай. Пригласить в игру. Поехали. Не знаю, Тёма тут? Ну, он в чатике писал. А это у него, наверное, телефон разрядился. А. Чё за шеф-повар? Чё ты сейчас включил, блядь? Я не то захостил! Извиняйся! Бля, есть же это, еще какие-то прикольные темы, типа волны. Типа ты ставишь солдата, они сами идут. Я вспомнил. Там же дохуя что есть. Ставишь солдата, они идут. Это я только помню, где типа надо 5-3 в ряд вот эти собираешь, типа, и там разные войска покупаешь потом на эти очки. Ну похуй, сыграем, блядь, в шеф-повара. Раз уже загрузили. Да не, мне кажется, не надо в него играть. Я не знаю, что это за хуйня. Тёмику тоже, наверное, не понравится. Тёмик за любой кипиш, кроме голодовки. Бля, я что-то проебался. Я, походу, листал карты и случайно одну из них загрузил в тот момент, когда Тёмик вышел. Ну ладно, похуй. Ну сейчас посмотрим, если народ ливнет, то тоже можно выйти. Если сейчас все будут играть, ну, блядь, погнали. Ну, правда, там немножечко наёбочек. Там в описании комнаты. Рандом юнит файт. А тут, блядь, айрский шеф-повар. Да ладно. Добро пожаловать, айрские кулинары. Я зато со скалками. Я не ебу, что тут делать, Лёх. А там бегаешь и готовишь еду, получаешь очки. Надо быстрее более очков, по-моему, больше собрать, чем оппоненты. Ты, мы играли, ты чё, забыл? И не раз. 7 лет назад, блядь. Пиздец, извините. Ну, блядь, рандом юнит файт ты запомнил, а здесь чё-то нихера. Потому что там мне понравилось, это, видимо, нет. Просто не помню. Вон, блядь, иди груш собирай. У тебя, блядь, две сковородки в руках, вот, хуярь. Вон, блядь, готовим, и надо это, очки набирать. Все, я побежал. А где груша, блядь? Я нихуя не вижу, где груша. А, народ играет, кстати, им нравится. Ты говоришь, хуйня, хуйня. Моя груша, блядь, иди в жопу. Да не просто имбецы, это играет. Нормальная игра, блядь, не ори. Ты что-то, блядь, негативщик. Вот, Тёмик аж, блядь, охуел. Как вы это не играете? А видишь, у тебя блюдо, рецепт. Тебе, короче, надо блюдо готовить, собирать очки. Соберешь очки, готовишь блюдо, всё. Я просто думал, стратегию бы выиграл. Думаю, мы будем сражаться. Да я проебался, походу, в какой-то момент и кинул случайно это. Бля, где сыр, ёпта? А, всё, я его брал. На мини-карте все рецепты, где какие находятся. А как блюдо сделать? А в центр относишь? Ну, короче, ты подбираешь всякие ништяки и относишь в центр. И у тебя будет блюдо. Вон, видишь, синий сейчас припёр, что-то там получил. Лишь бы не поебал. Где найти... Чё, зелёную штуку? На пункт прибежать или чё? Ну, ты в центр прибегаешь, тебе очки зачисляют. Вон у вас справа очечная. А, я понял. Прикольный режим, мне кажется. О, понял, Костя, выкуси. Негативщик. А где, блядь, крюки собрать? А, вижу. Груша, груша. Места нету, но где жить? Как штуки кидать? Какие? Из инвентаря. Ой, вот это я не помню. А то мне... Как штуки от него кидать?
попробую зажать и выкинуть за эти, за пределы. Нет. Может, ты мне поедать, муфмуху? Эй, стой, ты кто? Вон. А, ПКМ и по земле, короче. StarCraft удивительная стратегия, а тут, блядь, даже футбол есть. Да, кстати, да? Тёмик, футбол с тобой закатаем. Может, тебе понравится, будем с тобой ебашь. Мне здесь очень нравился футбол. Он просто шикарен. А типа в кошки-мышки? А, и в кошки-мышки сыгранём. Просто в Вайкрафте тоже не надо в Вайкрафте так играть. Хуя там голубой, бля, по очкам ебашит. Он по... Рушка... А какая разница? А, не понял. Никакой. Так, одна минута. А что? Не, бля, голубой что-то ебашит прям. Есть как такой. Дьявол. Ну, знаете, вот чуть-чуть. Бля, интересно, успею еще одну сготовить, нет? Короче, да, это под режим намного быстрее делается, чем. Не успевай. О, тут есть ускорялка, нихуя себе. Что это такое? Мускус. Заставляет всех находящихся цели звереть. Ну, у меня тоже эта хуйня есть. Нихуя не понял, как она работает. А второй раунд еще есть? Три раунда. Ого, ну один. И что? Ох, ёлка, где я думал найти? А сейчас покажу так же на мини-карте. Ох, ёлки. За Артанис, а где куски? Тайканы мяс. Я не пойму, где мясо. Вижу моркву, какую-то хуйню. Моркву тоже. А где мясо? А, все, понял, где мясо. Нашел. Я тоже нашел мясо. А тунец где? А, понял. Тунец? Ну, мы же в стратегию играем, надо тунец искать, хули. Да успокойся ты, блядь, негативщик. Не, я не успокоюсь от этого StarCraft'а, который, блядь, такой я решил сделать. Нет. Ебать, голубой ебёт всех и вся. Ох, ёлки. А тунец где? Да. Он, походу, профи в этой игре. Тунец вон наверху, кости. Я нашёл. Там ещё одну райдуху и панцирь краба. А где панцирь краба нашёл? Нихуя крабов, блядь, тут не вижу. Я нашел. Короче, голубой вы его затащит. Главный. Либо мы его окружаем и пиздим, короче, сковородками и всем остальным. Голубой затащит. Блять, опять всех крабов захуерили, походу. Я заказываю уход. Так. Радух, раз. Угнали. За мясо. Две минуты.
Стаканчик. Он на газ надо этого, что ли, ушатать? Хуяси. Нихуёво. А где ядерный соус, кстати? Наверху или внизу, но тебе там, блядь, опиздюлят нехило, кстати. Ставит танец. Еще минута. Бля, зеленый, иди нахуй. Иди нахуй, блядь, пиздец. Вот тебе, блядь. Пидор! Бля, голубой так же, сука, мне сделал, блядь, пидор. Не успевай. Я тоже нихуя не успеваю. Хоть бы кости прогнать. Ах ты, кость! В смысле, кость, блядь, взял, значит, голубой, блядь, с тобой бегает, блядь. Я хочу тебя прогнать, а ты... Не успевай. Я хотел тебя перегнать. Я-то чё тебе сделал, блядь, с детства? Нашёл тебя соперника, блядь. Мы были почти наравне, блядь. Последнему? Блядь, ебать. Всё, хорошо, что он последний. Да, ебать. Чё? Чё ультралиск? Основные ингредиент, вон. А где ультралиск? Ну не, я думаю, ну его нахуй этого голубого. А где ультралиск, скажите, я сейчас слепой. Он по краям, по углам. Не вижу. Выкуси, блять. Так я тоже мясо взял. А, ну ты-то один кусок, а я-то два, блять. А где я не вижу его? А, я понял. Да глянь, голубой ебашит просто, бля, как дьявол. Реально он, походу, профи в этот режим, бля. Так, ананас, где ананас? Понял. Рядом с базой. Ну, нахуй тебе подсказываю, блядь! Подсказывай. Иди нахуй. Пидор. Я еще и наблюю на тебя. Еще на тебя наблюю. Бля, правильно. Все игроки там делают, нахуй. Пусть тут сидит. Так, чё надо-то? Знаете, вам деритесь. 200, охуеть. Танец. Да нахуй ты это сделал, блядь?
Голубого мы не догоним, хотя бы надо на второе место выйти. Жди. Эпос, а шо за... Скорость фиолетчик, типа... Чего? Что за средний ингредиент твоего блюда? А, это рядом с базой ходит, куропатки. Я всегда уже закончится это. Нахуй ты это сделал, блядь? Надо еще и убить тебя. Поздравляю всех участников. Вы отлично справились с заданием. Но победитель может быть только один. Итак, победителем и... Синий какой ливнул. Мы, блядь, все так рады. Да мы его половником отпиздим в конце шоу. За углом, за углом. За углом, да.